28 апреля в торгово-развлекательном центре «Макси» прошло торжественное открытие первого и единственного в Чите магазина косметики и парфюмерии «Ревгош». Вообще отличный магазин, уровень видно сразу. Для гостей торгового центра проводили шоу-программу с участием музыкальной группы и флешмоб, а также разыгрывали золотые карты «Ревгош», которые, кстати, дают возможность копить бонусы от покупок и получать скидки. Сейчас до 20 мая каждый покупатель получает золотую карту, а при покупке от 2500 рублей – подарки и купоны на скидку в 500 рублей. Классный магазин, я в других регионах пользуюсь услугами «Ревгоша». И вот слава богу, что у нас в Чите что-то появилось. Я рада, что есть магазин, в который можно прийти и выбрать для себя что-то. Кроме того, «Макси» и пространство красоты «Ревгош» объявляют весенний фотоконкурс с классными подарками. Только до 26 мая сделайте фото с нашими белыми сакурами. Разместите его в социальных сетях, отмечайте «Макси» и «Ревгош» и не забудьте подписаться. Голосованием наши подписчики выберут лучшее фото. От нас уже подарки. 3 победителя получат наборы с уходовой косметикой и экологичной сумкой-шопером. 4-й финалист получит сертификат на 3000 рублей в «Ревгош». Желаем вам удачи и всегда ждем в торгово-развлекательном центре «Макси» на Шилова 100.